На странице каждого курса должны присутствовать ссылки на файлы с условиями и порядком аттестации и тематическим планом. Это удобно сделать с помощью ресурса пояснения. Добавим этот ресурс и в текст пояснений введем название файлов. Теперь прикрепим к ним ссылки на соответствующие файлы. Открываем выбор файла и в методическом кабинете в файлах для курса, в учебных материалах мы предварительно разместили файл с условиями и порядком аттестации. Выберем его и создадим на него ярлык. Установим, чтобы он открывался в новом окне. И вставляем. Точно так же делаем ссылку на файл с тематическим планом. Создаем на него ярлык. Устанавливаем, чтобы он открывался в новом окне. И сохраняем. Если кликнуть на ссылку, то файл будет загружен, и студенты могут его посмотреть.